Туймазинском районе грузовик ГАЗ предположительно нарушил безопасную дистанцию и догнал Opel Zafira. От удара Opel влетел в Kia Rio, а тот, в свою очередь, столкнулся с Mitsubishi Outlander. В результате аварии был госпитализирован 10-летний мальчик из Opel, сидевший в детском удерживающем устройстве, которое и предотвратило более серьезные последствия. Очередное ДТП на повороте Уптина. Столкнулись грузовик и Deo Nexia. По словам очевидцев, водитель и пассажир Nexia были госпитализированы. А для того, чтобы их вызволить из машины, пришлось срезать крышу. В Уфе на улице Губайдуллина, выезжая со двора, водитель Renault Logan допустил наезд на велосипедиста. После оказания медицинской помощи велосипедист был отпущен. На пересечении улиц 50 лет СССР и Клавдии Абрамовой автомобиль Deo Nexia наехал на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. С различными травмами она обратилась за медицинской помощью, после ее оказания была отпущена домой. На улице Зорги произошло серьезное ДТП, столкнулись автомобиль Deo и ВАЗ-2112. Третьим участником аварии стал Renault Duster. Всех подробностей происшествия неизвестно. По словам очевидцев, водитель 12-й модели не чувствовал ног и был госпитализирован. На улице Софьи Перовской во дворе автомобиль Nissan X-Trail влетел в лоб Mazda CX-5, после чего уехал в соседний двор и припарковался. В северной части города автолюбитель запечатлел прорыв трубы. Из-под канализационного люка забил фонтан высотой более 3 метров. До 11 августа включительно будет закрыто движение транспорта по улице Бессонова на участке от проспекта Октября до улицы Комсомольской. А затем, что происходит на дорогах города в режиме онлайн, вы всегда можете проследить на сайте maps.ufanet.ru.